Этот парень сейчас восстановит бетонный бордюр, и конечный результат вас точно удивит. Он начинает с того, что соскребает старую краску, а затем сметает лишние остатки метлой. Парень использует валик из маскировочной бумаги, чтобы заклеить и отметить границы своей работы. Затем он достает баллончик с краской и наносит слой грунтовки. После этого мастер начинает выкладывать свой дизайн с помощью еще пары кусков ленты. На все про все у парня ушел день, но то, каким получился конечный результат, того стоило. Парень с помощью баллончиков разукрашивает все, используя как можно больше цветов, после чего с помощью специального трафарета добавляет звезды. На этом этапе вы можете подумать, что поняли будущую работу, но уверяю, что это не так. Наконец, мастер добавляет новые номера и некоторые дополнительные детали с помощью фотокарточек, прежде чем распылить защитный слой. Только посмотрите, что получилось в итоге.